2008 год. Сомали. 13-летняя девочка Аиша Пхулова шла из своего родного города Кисмая к родственникам в Могадишо. На дороге ее встретили трое взрослых мужчин, которые ее изнасиловали, а потом отпустили. Она добралась до Могадишо и обратилась за помощью. А вместо помощи ей предъявили обвинение в распутстве. И согласно шариатских законов, приговорили к смертной казни. Утром 27 октября ее привезли на стадион в южном порту Кисмайо, где перед толпой зрителей в 1000 человек ее забивали камнями 50 мужчин. Насильников не арестовали. Пожалуй, это все, что стоит знать о виктимшейминге, сладшейминге или просто принципу обвинения жертвы.